я человек, скажем так, который меньше всего занимается проповедями. И как истинный христианин, ну, с такой слегка неславянской внешностью, я вам скажу, грешен я и каюсь. Знаете почему? Потому что когда Максим Смирнов, ну, мой соратник, сейчас пока не занимающийся автостопом, ну, вот временно, я думаю, говорил мне, что настоящие автомобили выглядят спортивно только в кузове хэтчбэк, я с ним не соглашался. А когда сегодня заехал в Джамир Мак, я понял, что я был неправ. И вот еще раз раскаиваюсь. Потому что увидел я Chevrolet Lacetti в Street Edition. Ну, машина, скажем так, для города. Ну и кто вам сказал, что если вы занимаетесь спортом, вы выглядите спортивно только, ну, купе в каком-нибудь скоростном. Вот, пожалуйста, хэтчбэк. В таком настоящем заряженном спортивном весе. Да, здесь двигатель, ну, вас, скажем так, не перевозбудит, потому что 1.4 выдает на гора 95 лошадиных сил и 1.6, соответственно, 110. Но, скажем честно, в городе вам необходимо что? Грамотное управление, цепкая реакция на руль, ну и, разумеется, ваш внешний вид. А внешний вид Chevrolet Lacetti. Он меня впечатлил. И все нюксисты, ну то есть те, кто ездил на Nexia, скажут, вот что-то знакомое. Да-да. К сожалению, ну, Nexia, всеми любимая, уходит в прошлое. Но она настолько популярна, что ее славу, я так думаю, и не без основания перетянет Chevrolet Lacetti. Потому что все то, что сгенерировано корпорацией General Motors, ну, это дитя и Opel, а опелевская надежность и такие тяговитые двигатели, кстати, корейские движки, они, как и немецкие, специфичные. Они тянут с низких оборотов, и даже если у вас пальчики застучали, машина едет без вопросов. Так вот, все, кто распрощался с Nexia, приезжайте в Джимир Мак, Ленина 95B, вас ждет Chevrolet Lacetti. И я не совсем понимаю, и точнее не понимаю тех, кто все-таки еще покупает отечественный автопром. Ну, даже те, кто вот спустился с башкирских гор. Все, время прошло, и невзирая на то, что вам кажется, что отечественное – это, ну, по крайней мере, ремонт пригодно, я вам скажу, что импортное – это максимально надежно и комфортно. И, кстати, мне вот по комфорту здесь сидится вполне вольготно и удобно, а весь наш с вами такой дружеский треп происходит, кстати, на пятой передаче. И вы заметили, даже крутился на ней. Ну, и сцепление не попалил. Что касается цены. Цена этого автомобиля меня тоже достаточно сильно порадовала. Сегодня провел утро в интернете и посмотрел, что вот, ну, машины примерно такого же класса и в Америке стоят примерно столько же. Под капотом этого автомобиля в Америке наверняка размещается более мускулистый агрегат. Но, имея в виду наши слегка провернутые по фазе таможенные пошлины, я вам скажу, ну, привезти просто нереально, а кормить дармоедов, ну, неохота. Но давайте накормим Джамир Мак. Тем более, что благодать на него спустилась в лице автостопа, который регулярно сейчас показывает эти машинки. И, соответственно, благодать – это постоянный спрос на продукцию фирмы Opel и продукцию фирмы Chevrolet. И переходящее красное знамя мы вручим этой компании. Вы же, приехав туда, можете воспользоваться и еще одной приятной особенностью. Для того, чтобы приобрести вот этот автомобиль, который и внутренним, и внешним дизайном меня порадовал, искренне порадовал, а с учетом цвет, голубой металлик, вы можете проконсультироваться, вам предоставится схема кредитования. Машина может, кстати, не попасть под эту опасную статью подкаска. И в заключение нашего сегодняшнего небольшого вояжа на Chevrolet Lacetti, кстати, который оборудован всем, чем надо, включая кондиционер, гидроусилитель руля, два аэрбэга и много места. Вот, я вам так скажу, вы в воле выбирать, конечно, но самое главное то, что у вас появилась возможность выбора, и теперь только от вас зависит воплощение ваших реальностей. Заехав в Джамир Мак, вы, кстати, можете подумать и о машине для себя, для своих детей, ну, если они уже подросли, вот для своей жены. Или вот такой мультисекшн автомобиль, который по городу смотрится весело, едет достаточно борзо, и, в общем, это большой плюс в вашей жизни.